И всем привет, ребят, с вами и сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен открытию долгожданных ультраконтов и скин-конта, которые мы получили за наш замечательный танкофонд. Сегодня у нас будет такое легенькое открытие именно только тех предметов, которые мне дали за танкофонд. То есть это 30 обычных контейнеров, 30 ультраконтейнеров и скин-конт. Будем надеяться на то, что что-то крутое нам выпадет из этого всего замечательного дропа. Ну и если вам нравятся открытия, и вы хотите их видеть намного-намного чаще, вы видите, что у меня уже тут скопилось... Некислое количество старых ультраконтейнеров, обычных ультраконтейнеров, которые полностью не откроются, плюс контейнеров старых, да, не ультра старых, а именно старых контов, которые у нас собирались к 500, но, к сожалению, устарели то обязательно поддержите данный видос лайком. И если у нас наберется, ну давайте какая-нибудь контент вот 200 двухсоточка лайкозавров, мы сразу же что-нибудь интересное бусканем и запишем еще видеоролик с открытием. Я же надеюсь на то, что сегодня нам что-то интересное дропнет. Э, Все-таки, ну, танкофон-то мы собрали очень вкусный за 990 танкоинов. Ну и после всего этого... Думаю, что уже в ближайшем будущем будем тестировать те самые замечательные устройства. Теслочка с пульсарчиком нас обязательно ждет. Поэтому давайте приступать к открытию. И надеяться на то, что что-то интересное мы вместе с вами сегодня здесь выбьем. Обычные конты, я думаю, что мы можем и проскипать. Э, две пятнашечки. Потом откроем две пятнашки ультракантов. И полноценно. Откроем скин-контейнер, из которого у меня, кстати, есть шанс выбить что-то интересное. Так, с первой пятнашки ничего интересного я не увидел, кроме кристаллов. Надеюсь, что может быть со второй что-то будет. Золотое может какое-нибудь? Не. Нет, даже золотого здесь нету. Но у нас скантов добавили, да? Здесь э, у меня три новых устройства на Жигу. И два устройства старых, которые у нас до сих пор не выпали. Еще две краски в золотом осталось. Две. Два у нас получается устройства. Это Twins Эми и Твинс Заморозка. И Твинс Эми, который я когда-то безумно сильно хотел, но мне до сих пор не упал. Ну и Твинс но ну, там, в принципе, ничего такого сверхинтересного нету. Что касаемо м -м, скин то у меня здесь есть 6 полноценных скинов, которых у меня нет на аккаунте. Это Арес Экстишный, Тесла Экстишная, Страйкер Ультра, Вулкан Ультра, Харек Ультра и Рельса Ультра. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мне упал либо Арес, либо Тесла, но, зная свое везение, скорее всего, мне упадет какой-то ультра Скинчик, и это, конечно, будет не совсем круто, это даже будет, ну, наверное, даже грустно, я бы сказал. Но мы не отчаиваемся, ничего страшного в этом нету. И мы приступаем к открытию ультраконтейнеров, с которых как раз таки одно из э, скинов может выпасть. Ну и плюс может выпасть очень-очень жесткий гром, который. А, нет, его нету. А почему его нету? Блин, я думал, что здесь можно выбить гром, э, гром на дальность, э, который очень-очень сильный, но его здесь нет. Но скорпиончик? Скорпиончик тоже было бы неплохо, но ладно. Хотя бы что-нибудь вообще. Если упадет, уже будет круто. Так, открываем пятнашку, полетели. Надеемся на лучшее. Я видел, что сейчас уже большое количество ребят открывали ультраконты, и им прям не кисло насыпало. Быть может, и мне насыпет сейчас вкуснятину какую-то аппетитную, сочную, бомбическую. Это было бы очень и очень неплохо. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим. Ну, это выглядит максимально печально. И фиолетовая последняя. Ну, здесь меня, конечно, не удивишь ничем. И это, конечно, грустно. Это очень грустно. Ну и еще одна пятнашечка. Заряженная летит. Заряженный пятнарик. Может быть этот пятнарик счастливый. Может с него реально что-то дропнет. Может быть реально будет что-то вкусное. И, кстати, я вот думал о том, что, может быть, попробовать пооткрывать конты с мобильной версии игры. Потому что там есть возможность открытия по единичке контов. И что-то мне подсказывает, что там может очень, невкусно, очень вкусно насыпать, потому что что-то мне с обычных вот этих пятнашек, дефолтных, перестало вообще что-либо падать. Но вот краски с фиолетового падают. Но это просто ужас, просто ужас. Просто ужас. Тридцатка ультракантов с двумя фиолетовыми в конце. И две пятнашки обычных, ну, тоже супер печальные, без никаких интересных свечений. Ну ладно, что поделаешь, что поделаешь. У нас есть скин конт, и после его открытия у нас останется всего лишь 5 скинов. Всего лишь 5 скинов в нашей игре. Но это всего лишь 5 танкофандов, а может быть даже меньше. Если там по двоечке тушанет вкусно. Было бы, конечно, очень и очень неплохо. Ну ладно, Приступаем и надеемся на аресик или теслочку. Давай арес или тесла, арес или тесла, арес или тесло, тесла, арес, Тесла арес. Есть! Сюда! Сюда! Очень хорошо! Это, как по мне, самый красивый скид, который есть в нашей игре. Тесла XT. Сюда контентичек, сюда просто очень вкусно, очень вкусно. Я реально Хотел, чтобы мне эта контентовая Теслочка дропнула. И мы ее сегодня полноценно вместе с вами получаем на аккаунте. Это не может меня не радовать. Фу, хорошо, реально хорошо. Я очень сильно думал о том, что мне упадет сегодня шляпа усатая в виде какого-то ультраскина, который мне вообще нафиг не нужен. Но мне падает Теслочка, а Теслочка очень вкусная. Я ее еще, когда она только-только появилась, я ее очень сильно хотел получить на свой аккаунт. Все-таки я на пресаке часто заходил и смотрел. Блин, как же она смотрится сочно. Как же она сочно смотрится. Ну, прям вообще сказочка. А если сейчас еще будут скануть что-нибудь... Паладинчик у меня есть. О, хорошо! Хорошо. А если сверху еще будет какой-нибудь... Какой-нибудь ветера... У -у -у бомба вообще кайф. Очень хорошо. Блин, мне нравится. Мне нравится, мне нравится, как это, ребяточки, выглядит. Прям очень достойно. Очень достойненько. А на танкой танке. Ой, тоже сказочка. Ну что я могу сказать? Ну это стопроцентный лайк, бойцы. Стопроцентный лайк за Теслу и Я очень сильно надеюсь... На то, что вам что-то тоже дроп нет, либо уже дропнуло вкусное из скин-контейнера примерно такое, как мне. Это было бы вообще просто бомбически. Ну, а если вам вдруг упала какая-то шляпа, либо упало что-то реально крутое, напишите по этому поводу в комментариях. Будет интересно, конечно же, почитать, узнать, что вам насыпало. Поддерживайте, конечно же, видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про так создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный так это так тимп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня этим. Если вы производите какие-то покупочки вкусные в магазине. Ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании к этому видеоролику. И не только к этому видосу. Под всеми видосами у нас есть инфа. И на стримах там есть инфа. Поэтому, если вдруг что-то непонятно, перешли, прочитали, формочку заполнили и участвуйте. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.